Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Очень часто в емкостях с рассадой заводятся мошки. Это могут быть почвенные мушки или грибные комарики. Виной тому зараженный этими вредителями грунт. Естественно, такие мушки вредят растениям, ведь их личинки питаются подземной частью цветочных культур. И в продаже есть эффективное средство для борьбы под названием Гром-2. Он не токсичен для растений и безопасен для почвенной микрофлоры. Для человека тоже является малоопасным веществом. Однократное применение обеспечивает защиту от насекомых в течение 2-3 месяцев, как раз на весь период роста рассады. Если вы уже сталкивались с этой проблемой, то советую насыпать гранулы сразу в грунт при посадке семян. Применять препарат просто и удобно. Для литрового горшочка понадобится 0,5 грамма средства, то есть около четвертинки чайной ложечки. Только тщательно размешайте с грунтом и будьте уверены, что мошки не разведутся на вашей рассаде. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!